Следующим в нашей программе выступит дуэт, который неделю назад успешно развенчал ожидания самого романтического тандема, поскольку куплеты Курочкина были под стать той самой легендарной комедии. Это Ольга Бурлакова и Алексей Хлестов. Она ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на телеканале СТВ, актриса театра и кино, активно снимается в российских сериалах и фильмах. Он – популярный белорусский исполнитель, неоднократный обладатель титула «Лучший певец Беларуси», первый представитель страны на конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Ты же хочешь петь? Ну как тебе сказать? Хочу я петь. Мне придется петь не одному, что ли? Нужно прощаться, потому что я еще без прически, без платья. Я думаю, вы меня понимаете. В качестве мирового хита вам досталась культовая песня «Лаура Нонче». А ты итальянский вообще знаешь? Итальянский не знаю, но, на мой взгляд, попробовать спеть эту песню обязательно нужно. Тебе, ты итальянский знаешь? Нет. Давай я на гитаре просто построю, поиграю, а ты будешь петь. У тебя так хорошо получается запоминать текст. Оля, что ты любишь из современной зарубежной музыки? Либо ты предпочитаешь хиты 80-х, 90-х? Ну, ты знаешь, мне кажется, я такая разносторонняя личность, что я не могу предпочитать что-то одно из одного времени. Леша, будешь петь ты? Послушай, ну... А то, как понимаешь, русские песни, так он все будет петь, а я только буду подпевать. Послушай, ну тебе идет итальянская. А как итальянская, вот сложная, знаешь, такая, как знаешь, 2 километра текста, такая, то я. Она настолько классная, драйвовая, она поистине, вот я ощущаю, что я ее могу подать. Вот я думаю, что с Олей мы это можем сделать. Я пел на английском, на арабском, на французском, я пел на испанском, на турецком. Я много на каком. А на итальянском? А вот на итальянском мне вот серьезно не повезло. Ребята, что? Итальянский язык самый сложный. Я скажу честно, то есть я вот пою, это обычный набор из пулемета букв. Ну, плюс одна песня к твоему репертуару на концертах. Послушайте, я думаю, что к этим 55 песням еще одна – это круто. А нам вот дали вообще незнакомую песню. Абсолютно незнакомый язык. Ну, она знакомая, она была на слуху в свое время. Это действительно великолепнейшая песня. Вот как-то по-русски. Я говорю, patient, как по-русски будет? Забыл. Итальянско-белорусская народная песня. Пусть будет так. Лаура нон че. Эх! Ольга и Алексей исполнят один из самых известных итальянских хитов конца 90-х – «Лаура Нонче», который написал и исполнил теперь почти культовый итальянский певец Нек. Лаура Нонче, e nata via, Лаура не мен пьюко за мир. E te che sei qua, non chiede perché, la mai se negli più mira. Mi mancherà speziale a fiato, fa male e non la sa, che non mi mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, non la vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamoci né di là. A forza di pizzare un fuso, se vuoi ci andiamo adesso, se vuoi. Però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo strano ti è sul posto, ci sei te. Laura dov'è? Mi manco sai, magari c'è l'altro accanto.
corpo che non è più il mio. Io così non ce la faccio. Se voci mi amo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sto strano che sul posto ci sei te, ci sei te. Жаркие объятия, кожаные костюмы. Ребятам самое место в баре, где они могут послушать мнение нашего уважаемого жюри. Жюри, выскажитесь, пожалуйста, об этом номере. Все ли сложилось, все ли понравилось? Сложился ли этот дуэт? Soberbia interpretación. Хорошее исполнение. Как мне показалось, Алексей довольно хорошо говорит по-итальянски. И оркестр тоже заслуживает своих аплодисментов. Ты говоришь по-итальянски, Леша? Нек, uno de mis cantantes favoritos. Нек один из моих любимых исполнителей, поэтому я говорю о том, что Алексей хорошо исполнил с полным правом. Что касается Ольги, мне показалось, голос ее звучал не очень хорошо, но в принципе дуэт сложился. Где ты делала голос, Ольга? У нее актерская работа, если бы я его слышала еще. Одно дело, когда ты профессиональный певец, и у тебя много времени, ты готовишь, правда? А другое дело, когда у тебя два дня... Спасибо, Евелиночка. Я хочу сегодня похвалить Олю Бурлакову, потому спасибо. Что... Спасибо. Такое убедительное спасибо. Начало. Правда, песни? Она спасала ситуацию просто мастерски, с хорошим партнером. Номер получился. Молодцы. Вы согласны? Мы очень довольны. При всех каких-то вот действительно технических, может быть, недочетах Ольги, она внесла такой... конечно, я не спела. Энергетику. При шарм, совершенно верно, спасибо. Шарм действительно в этот номер. А Алексей, как профессионал, которого уже знает вся Беларусь, он дал своей партнерше это проявить. Он старался делать так, чтобы... не показать то, что он гораздо больше владеет профессией, голосом и так далее. Молодец, замечательный партнер, замечательная партнерша. Браво, ребята, мне номер очень понравился. Это номер? Ты гораздо больше владеешь профессией вокальной, чем вокальной, я. Оля, это вообще камни в твой огород, ты вообще согласна с этим? Что ты думаешь про свой вокал? Нам бы меду побольше, наоборот. Знаете, я актриса. В этой конкретной вещи я... не соглашусь с предыдущими ораторами, так, как здесь вот уже прозвучало. Сейчас пойдет критика, мне кажется, пожестче. Леша вдруг захватила стихии этой вещи, и столько страсти и темперамента, и такой музыкальный голосовой напор, что Оля немножко потерялась как раз. Вот. Она пыталась, как бы, так сказать, участвовать в этом безудержном потоке таланта Леши, но
баланса не состоялось. Мне кажется, тут вообще судить вокалистов не стоит. Тут вот оцениваются прежде всего наши таланты и способности в этом конкурсе. И мне кажется, многие члены жюри забывают, что мы не вокалисты. И хоть бы кто-то из них задумался вообще, понимают ли они, что такое тональность, тесситура, знают ли они такие слова вообще вау, некоторые. Вау, полегче. Да, полегче, да. Поэтому я себя оцениваю на 12 баллов, потому что выучить два листа итальянского текста и выйти и не умереть со страха, и спеть весь текст, и существовать и когда еще... Леша не знает текста, и существовать в этом номере, и в жанре, и в образе. Это вот пусть бы попробовали.